В Люберцах прошло пленарное заседание Общественной палаты. На встрече утвердили положение о консультантах-экспертах, обсудили меры профилактики коронавируса и другие вопросы. Члены Общественной палаты избрали заместителей председателя комиссии. Так, в комиссии по дорожному хозяйству и транспорту на этой должности будут работать два человека – Елена Гурова и Сергей Орлов. Такое решение приняли в связи со строительством эстакады на Октябрьском проспекте. Основная часть заместителей председателя остались на должностях с 2020 года. Особое внимание обратили и на вопросы информирования населения о деятельности палаты. Оптимальный объем информации, который мы просим, чтобы вы присылали, это 1-2 фото, текст до 500 знаков, что, где, когда и кто, с перечислением названий лиц, организаций, мест, то есть территориально, где это проходило. На заседании решили организовать для членов палаты тренинг по написанию статей и использованию интернет-ресурсов. Дополнительную встречу предложили провести по мерам профилактики коронавируса. Участникам палаты напомнили о значимости вакцинации. Для получения коллективного иммунитета необходимо не менее 60% привитого взрослого населения. У нас из 60% в настоящее время привито в Люберцах, я имею в виду округ, 4065 соток. Нет, 5% даже из положенных 60. Кроме того, отметили важность профессиональной этики членов комиссии. Все перечисленные документы члены палаты утвердили единогласно. Айтадж Чирагова, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.